Ушуисты, борцы, легкоатлеты, кого здесь только нет. Почти полсотни спортсменов, которые весь год прославляли нашу республику, сегодня получают свои заслуженные награды. Спорт, и вот вы, как пример высших достижений, вы пример для нашей молодежи, вы гордость нашей молодежи, гордость всей нашей республики. Конечно, за вами хочется идти. Сертификат на сумму 95 тысяч рублей сегодня получила и юная спортсменка Екатерина Абидуева. В свои 17 лет она привезла золото с первенства мира по тэквондо. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что было самым сложным? Самым сложным было справиться с волнением, так как это были мои первые международные соревнования. И я очень рада получить сегодняшний сертификат от правительства Республики Бурятия. Такими сертификатами наградили всех спортсменов, а некоторые удостоились особой награды. Также он получает сертификат на приобретение жилого помещения на сумму 1 миллион 778 тысяч 625 рублей. «2017 выдался для наших спортсменов очень результативным. Эти люди добавили в копилку побед Бурятии 600 медалей всероссийских чемпионатов и 95 медалей чемпионатов мира и Европы. К слову, это в два раза больше, чем в прошлом году». Мариам Васконян, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.